покажу вам кусочек нашей улицы, где мы живем. И хочу вот что сказать. Видите, газоны и плита цементная. И дорога сделана так, и тротуары. И поэтому здесь очень-очень чисто. Практически нет земли. У кого-то лучше газоны, у кого-то, может быть, они хуже. Но, тем не менее, они есть везде. И у нас здесь нет дворников. Вообще нет дворников. Если какая-то прилетает какая-то бумажка ко мне вдруг откуда-то. Просто, ну, и я так же делаю. Люди собирают. Вот тут газеты лежат. Вот, например, бумажка какая-то. Но это не мой двор, я не буду собирать. То есть хозяева просто убирают и все. А вот какой-то грязи, пыли здесь нет. И еще интересная особенность. Когда идет дождь, то... А здесь бывают очень сильные ливни. То... Вода, она скатывается по краям дороги. Сделано так. Вот дорога сделана так, что средняя часть немного выпуклая. И вода течет вот по краю и уходит в специальные колодцы. Вот видите, вот на той стороне, например, вам покажу этот колодец, вот такой. Вот. И причем, знаете, я видела фотографии, там 50-х годов какие-то старые. Далласа. И вот точно такие же колодцы были. Да. Вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать. Птички ко мне прилетели. Пока!